Друзья, всех приветствую, с вами, как всегда, Матрикс. Мой ник Матрикс Браун, играю на первом сервере. Сегодня действует X2 акция, X2 дни. Они действуют на выходные, в субботу и в воскресенье. Я заспаунился в квартире своего приятеля, он меня прописал, вот я даже делал серию, как меня прописывали в эту квартирку. Можем даже бесплатно апнуть себе хп. Совершенно бесплатно, то есть ничего здесь такого нет. Вот, и, в общем-то, в этой серии я хочу либо же сходить в казино, либо же просто поработать. Не знаю, посмотрим, с какого уровня сегодня казино. Вот, в прошлой серии я купил себе вот этот скин, новую одежду, так скажем. И вообще так приоделся хорошо. В общем, в шкафу у нашего приятеля много чего интересного. Естественно, взять мы это не можем. Вот, потому что мы должны находиться в своем доме. Так, в общем-то, выходим из квартиры. Если что, на втором этаже я живу. Вот. Выходим в подъезд. И теперь я сейчас покажу вам, где находится этот подъезд мой. Находится он здесь вот. Это подъезд номер 95, пацаны. Веду команду Зышкар, чтобы загрузить свой транспорт. Я его вот здесь вот поставил. И, в принципе, пускай он тут стоит. Так, слэш-лок 1 пропишем. Так, /lock1. Открываем машину. И сейчас, пацаны, отправимся. Так, она отлично, пацаны. Я его должен сейчас выкинуть, по идее. Да, его выкинул, нормально. Так, хорошо, что я еще раз прописал /lock. Вот, прям, наверное, четко. Так, пацаны, теперь не будем его подвозить, потому что он меня хотел выкинуть из машины. Но у него ничего не Помогать мы ему тоже не будем, потому что он меня выкинуть из машины хотел. Короче, пацаны, отправляемся сейчас, значит. Ну, первым делом, естественно, заправимся, потому что у нас очень мало бензина в автомобиле нашем. Вот, реально крутая тачка, хорошо, что я купил, и хорошо, что можно иметь машину низкого класса. Даже без дома, вообще без ничего. Вот, это реально четко, прям мне нравится. Такая вот тема, это классно, пацаны, серьезно, без шуток. То есть ты можешь иметь машину низкого класса без дома. То есть у каждого человека, даже у бомжа, есть машина. Ну это реально четко, пацаны. Так, то есть тут проблемы с передвижением на сервере вообще не должно быть, по идее. Так, 92-й, он у нас даже зеленым подсвечивается, пацаны. Так, заправка на 20 литров. В принципе, у нас 42 литра в бензобаке. И это реально четко, потому что нам этого должно хватить, по идее. Ладно, короче, пацаны, поехали сейчас, думаю, в Арзамас. В Арзамасе посмотрим казино. С третьего уровня, по-моему, вход доступен. Или со второго, не знаю, сейчас посмотрим. Забыл вам сказать, что как только вы садитесь в автомобиль, обязательно пристегивайте ремень безопасности, потому что если вы куда-то впилитесь, у вас будет меньше хп. Вот, а это очень важно, пацаны. Даже с ремнем я как-то раз вообще тоже умирал, но, скорее всего, это было из-за сытости. Вот, и мне очень кажется, что вход в казино только с третьего уровня. Давайте мы сейчас это узнаем. Так, рядом у нас шахта. Но шахта нам не интересна, потому что у нас второй уровень есть, и на втором уровне мы сможем поработать водителем маршрутки. Так, чувак, походу, хочет прыгнуть кому-то под колеса, чтобы побыстрее умереть. Так. Давай сейчас сюда подъедем. И, блин, очень плохо будет, если мы сейчас поймаем какой-нибудь штраф. Вот, потому что у нас всего лишь 9 тысяч осталось. Эти 9 тысяч нам очень нужны. Давай теперь паркуем автомобиль где-то вот здесь вот. Вот этой парковке. Рядом с мусоркой, потому что у нас машина не совсем мусорная. Ладно. Так, окей. Давай сейчас подбежим к казино. Посмотрим, сколько стоит вход 5 тысяч. Но, скорее всего, играть мы не сможем. Да, слэш-дайс прописывать мы не сможем, скорее всего. Давайте узнаем у администрации. Так, связь администрации. С какого уровня казино? Сейчас мы узнаем, с какого уровня казино. И будем, если все отлично, то зайдем. Поиграем на 5000. Вот. Почему бы нет, проверить нашу удачу. Если мы проиграемся, то пойдем работать водителем маршрутки, пацаны. Больше нам ничего не остается делать. Так, сейчас настроим камеру. Просто реально чутенький такой скин. Прям, реально, мне нравится очень. Арестант Зек. Вот.
хочется какую-нибудь машину купить, там, посолиднее, но, естественно, сначала нужен дом. Вот. Без дома ты вообще ничего не сможешь сделать. РС-очки какие-то, смотрите, чётенькие тоже. Так, рейндж-роверы. Так, такие вот мерседесы, офигеть. Так, тоже какая-то Жигули, лол, четверка, тетенькая. Так, 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 пока что ответа не поступило, слышь, фак. Так, с какого уровня казино? Вопрос пока что рассмотри. Ну ладно, друзья, сейчас не ответят, думаю, я продолжу. Чувак, да, слушаю. Подайте деньги, пацаны. Мы бедные, блин. Да ну. Не нужны патроны по низкой цене. МП5 или Дигл. Я бедный. С какого. Давай сейчас узнаем. С какого уровня? Вот в казино. Ответь. О, вход в казино с любого. Пацаны, тогда заходим. Чё, пофиг? Тогда заходим без проблем, думаю. Это просто на мазинке, там вход в казино 5 косарей стоит, офигеть. Так, все, мы вошли. Так, офигеть, смотрите, тачка. Давайте присоединимся к лотереи. Join Lottery. А, нужно быть владельцем дома, гостиничного номера или гаража. Ну окей. Так, давайте начнем играть. С этим поиграем. Так, на сколько? 4, 8, 3, 5. Ну что, давайте. Посмотрим, выиграем или нет. Скорее всего, проиграем. Так, ну. Принимай. Принимай. Ладно, слышь. Да, мы проиграли. Ну ладно, в принципе... Всякое было в жизни. Так, это автоматы. Играть мы в автоматы не... Опа. Можем играть в автоматы, что? Не, не будем. Так, ладно, выходим. Так, давайте посмотрим баланс банковского счета. Ну, короче, в банке у нас тоже ничего. Тогда поедем сейчас поработаем. Блин, только чувак вот встал передо мной. Ладно, сейчас поедем поработаем где-нибудь. Вот. Там на работе... водителем маршрутки и закрываем тачку. Так, стой, 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 стой. Да иди ты, что стоим. Деньги дам, деньги дам. Я не туда еду. А? Ладно, пацаны, поехали. Так, где у нас находится вот эта мэрия? Ну, устройство на работу, скорее всего, вот здесь вот где-то, да, по идее. Так, сейчас вот так вот съедем по вот этому скверу. Так, едем теперь. Ё-моё, впилились, блин. Опять ждать, пока двигатель заведется. Так, надеюсь, мы сегодня поработаем водителем маршрутки. Водителем автобуса, не знаю, как называется эта работа на Радмире, но на Мазинке она водитель маршрутки. Итак, вроде как машина у меня закрыта. Да, отлично. Заходим в центр занятости. И покупаем... Ой, ну устраиваемся на работу этим водителем автобуса, да. Так, Ганс Ильери, привет. В общем, сейчас нужно найти ближайшую АТП, вот. И доехать уже до... Как вы поняли, АТП. Так. Сможет отвезти? Не, я не туда еду. Так, все, едем. Откроем слот GPS. По работе. АТП 1 Арзамас. Я еду не туда. Так, довези позже. Блин, все просят довезти. Я думал, у каждого есть машина. Тут вопрос, блин, тачки не так уж стоит, как на Амазинге том же. Вот, ну, хотя тут больше людей играет, блин. И не у каждого есть второй уровень. Вот, тут первый, блин, многие не знают, что такое РП даже. Ну, надеюсь, они узнают, что это такое. Желтый-желтый, блин, ну, желтый был, вы видели, все прекрасно. Я немножко срезал, но всякое бывает в жизни. Так, мы, кстати, в казино поиграли, поэтому теперь нужно поработать немножко.
В следующей серии, думаю, пойдем в казино, как только я заработаю первую, так скажем, сумму небольшую, я сразу ее буду тратить. Так, опять же, как видите, все стоят на красный. Вот, видите, первый человек поставил на красный, второй. Там еще стояли на красный люди. А вот мы тоже стоим на красный, как ни странно. Все, зеленый, можно ехать. Кстати, эти светофоры работают как-то очень странно, блин, именно в КРМП. Так, ну это не совсем уже КРМП, это САМП. Ну ладно. Так, в общем. Так. Направо, ой, налево, направо, блин. Так, теперь въезд, по-моему, вот здесь вот есть, да? Шлагбаум этот не открывается. Да, не, он не открывается, если ты на своей машине, к сожалению. Так, машину мы закрыли, отлично, побежали. Возьмем, наконец-таки, себе этот автобус. Автобус какой-то странный, Сиэтра какая-то, не знаю, что это такое. По-моему, Сиэтра, да, пацаны, так, что это? Так, аренда автобуса, междугородний автобус, городской автобус. Слушайте, давайте междугородний попробуем. У вас недостаточно денег. Ё-моё, у нас денег нет. Так, давай набежим. Стой. Стой. Братан, дай на аренду, пожалуйста, мне не хватает просто. Сейчас мы ждем ответа. Надеюсь, нам дадут денег. Так. О, это за аренда стоит? Ну. Сколько там аренда автобуса стоит? Сейчас мы узнаем. 180. О, спасибо, братан. Сейчас арендую. Так. Стой. Еще хочу спросить. Стой. Блин. Ладно, сейчас его... Братан, стой, смотри, а какой маршрут самый выгодный? Сейчас мы узнаем. Так, междугородний или такой? ХЗ. Ну ладно, спасибо тебе за 180 рублей. Если что, ты будешь популярным. Сейчас напишем. Ты в серии. Так, все, пацаны. Вы все понимаете, что вот этот Бруно П. Марокко... Крутой чел, конечно, у него, блин, он РП-ник, ну ладно. Кстати, Банихоп разрешен на вот этой теме, на Радмире. Так, междугородний автобус. Давайте междугородний выберем. Так, цену какую укажем? Ну, 50 давайте. В принципе, мы тоже бомжи, поэтому мы понимаем прекрасно положение людей. Так, в общем-то, поехали, друзья. Сейчас будем потихоньку ехать. Вот. Так, два... Так, закончить рабочий день нам пока что не надо. В принципе, работа мне нравится. Более-менее неплохая. Вот, и... Как вы понимаете, сейчас мы будем подниматься вот просто с самых низов. Будем сейчас работать. Так, налево поворачиваем. Кстати, тут семьи, у кого-то тут есть. Смотрите, белый этаж. Хочу реально в семью тоже вступить. Но вот не знаю, блин, в какую реально. Потому что... Потому что, вот, сейчас нам нужно встать на этот чекпоинт у спавна, вот, и там сейчас, по идее, никто и не будет садиться. Ой, блин, ну мы виноваты, конечно. Мы виноваты, ну, чувак не хочет ничего отыгрывать, РП никакой, ну ладно. Так, кстати, сколько у нас ДЛ-ки вообще? ДЛ? 943, ну ладно, в принципе, пускай будет 943. Так, смотрите, чувак едет на ламбе. Кариос, Сальватруха. Подрезает зачем-то. Ну ладно. В принципе, он таким же бомжом был поначалу. Так, поворачиваем. И теперь налево. Так, все, пацаны, становимся. Так, все. Остановка, ждите пассажиров. Окей, ждем. Надеюсь, что кто-то сядет. Довезу. Ой, давайте напишем. Везу, садитесь. Так, интересно, кто-то сядет, нет? Да не, всем пофиг что-то. Всем пофиг реально, да. Так, все, тулим. Ой, Артом. Блин, ну ты Артом, конечно. Горбун. Зачем ты так нарушаешь под это? Хотя мы тоже не очень-то. Вон, на красный он проехал. Ну, красавчик, что ему? Нормально. На красный проехал.
Так, АТП, новый Арзамас. Пацаны, автобус реально чётенький. Прям новый Арзамас, все дела. Так, будем, наверное, глушить двигатель на вот этих светофорах, потому что бензин не лишний все-таки. Вот, лишний километр, так скажем. И он нам еще пригодится. Так, так как аренда автобуса тоже не дешевая. 180 рублей, ну, в принципе, вот если мы сейчас сработаем, вот, немножко хотя бы, вот, каждый чекпоинт, к примеру, да, это 100 рублей. Ну, меньше, естественно, понятное дело. Тебе нужно круг проехать. Только тогда ты получишь зарплату, так скажем, да? То есть, если бы просто за чекпоинт, и люди бы тут, блин, за эту работу просто бились, жесть как, просто. Поэтому такое, пацаны. Так, стоп, окей, ждем. Кстати, 147 литров бензина, в общем-то. Братан, садись. Так, ну, пускай бежит, ему пофиг на нас. Так, знак стоп, это значит, что мы должны посмотреть направо и налево. Вроде никого нет, поэтому поворачиваем. Потихонечку. Так, помаленечку. Ну, блин, у него амплитуда поворота слишком такая большая, ему много надо места, чтобы повернуть. Так. Наша тачка стоит возле АТП, по идее, да? И поэтому нам нужно 100% круг проехать и вернуться на то же место. Так, о, Валентин Репов нам написал, 55-95. Да, давайте напишем привет. Да, работаю водителем автобуса. Так, в общем-то, едем. Стоит отметить, что практически все стоят на светофорах. Это действительно, друзья, очень круто, потому что... Ну, я впервые вижу, что кто-то на светофоре стоял, на том же Мазинге игроки более озлоблены какие-то. А на Радмире они... Тут аудитория чуть взрослее, потому что Радмир берет рекламу у разных блогеров. Ну, вообще разных просто. Там Витя АК-47, там, естественно, аудитория будет повзрослее, мне кажется. Не будет же его смотреть какие-то там... 8-летние школьники, да? Его смотрят уже такие люди, которые там с Форча пришли, ну, к примеру, да, я просто говорю, типа, там, мемчиков много с ним и так далее. Ну, просто, типа, на Радмире аудитория более взрослая, она такая ответственная. Она не будет нарушать правила, я думаю. На том же Мазинге просто... Ну, а Мазинг сам по себе старый проект, и он так особо не любит рекламироваться. Он с самого начала не брал рекламу ни у кого. Вот, как бы... Тут такое. И мне кажется, что Мазинг скоро вообще банкротами станут, потому что там очень много растрат, разработчики и так далее. Ну, короче, действительно, денег, я думаю, они вряд ли найдут там много на пиар тот же. Ну, не знаю, может быть, я их, так скажем, оклеветал сейчас, но напишите свое мнение в комментариях, какой проект вообще лучше, потому что постоянно идет война какая-то, Радмира, Мазинг, ну, мне в пофиг, я играю на всех серверах. Мне кажется, что Радмир тоже очень интересный проект, вот, серьезно, очень интересный. Еще то, что интересно, они два маршрута основных сделали, они полностью переработали работу водителем автобуса, то есть поставили чекпоинт этот. Так, еду к твоему дому. Так, еду к твоему дому. Валентин нам пишет. Ну ладно. Так, пацаны, кстати, бензин не так сильно, не так быстро расходуется, это действительно плюс. Потому что если бы бензин быстро расходовался, мы бы вообще не заработали, наверное, много. Я думаю, что поработаю на этой работке, потому что мне действительно нужны деньги. Слышь, мэн, так, 2.6 XP, вот. И в следующей серии я думаю, что заработаю приличную сумму денег и буду отправляться, друзья, в казино. Вот, и... Возможно, мне кто-то денег еще даст. Например, Валентин Репов. Вот. И этот ролик выйдет сегодня же, 18 мая, по идее. Сегодня же 18 мая. Вот, и сегодня я его выпущу. Друзья, забыл про очень важную вещь. Это Slash Rem. Вот. Только что я увидел, как один, механик впилился в дерево просто случайно и умер. Это очень такое, конечно, печальное... Реально, очень печально, друзья. И печально то, что не пишут ничего в чате, типа, наденьте ремень, иначе вы можете умереть. Ну, действительно печально, пацаны. Так, вот встали мы вроде у этого, да? Так, и давайте встанем сейчас так, чтобы никому не мешать, чтобы вот и был выезд, и все дела.
Так, вроде нас не выкинули. О, 50 рублей, парни, отлично. Сил Гаев Денис. Так, ну ты в серии, надеюсь, ты увидишь себя хоть когда-нибудь. Но вряд ли себя увидишь, потому что вряд ли кто-то у тебя смотрит YouTube, кто играет. Ну, большинство вряд ли смотрит YouTube, кто... Ну, конечно, не смотрят YouTube, но, так скажем, они не пишут там Радмир РП, летсплей, вот это все. Они смотрят таких типа, тех, кто им попался уже. Не знаю, каким образом попался, но как-то и попался, не знаю, серьезно не знаю. Вот, значит, едем сейчас, как я понял, в сторону квартиры той, в которой я прописан. Это квартира Валентина Репова. Вот, и, кстати, хочу очень сильно вступить в банду, семью вот эту, зарегистрировался недавно на форуме, и что, и залил две этих, я через Кремль поеду, да, Лыткарина, и, короче, зарегистрировался на форуме, как я сказал, и залил две жалобы, за оскорбление и одну, ну, в общем-то, да, там две, одна жалоба за оскорбление, вось чат, а вторая за этот, как его... блин, за ДМ в зеленой зоне. Ну, в зеленой зоне. Хотя, в принципе, можно сказать, что это зеленая зона тоже. Так. В смысле? Алло, привет, привет. Меня не слышно говорить, да? Так. Нет, напишем. Личные настройки. Поставь громкость на 100. Так, написали ему, чтобы он громкость на 100 поставил, потому что возможно, такая проблема может и встречаться у некоторых игроков Радмир РП. Так, и так пишет. Слушайте, даже не знаю, меня почему-то все слышат. То есть я там с кем-то общался, мне давали деньги, вот у него что-то какая-то проблема происходит. Не знаю, почему так. Возможно, у этого игрока что-то не так с игрой. Вот, возможно, что-то в настройках. Скорее всего, что-то с настройками. Вот если не поможет, то, скорее всего, с игрой. Так, в общем-то, не знаю, сколько мы заработаем вообще за этот рейс. Скорее всего, 1000-2000 пытаемся. У меня все включено стоит. Так. Не знаю. Так, сейчас мы напишем, что ты в серии. Написал ему, что он в серии. Вот. Таким вот образом мы пиариться, друзья. Так как в свободной группе Радмир РП нельзя пиариться, то будем пиариться. Вот здесь вот. Надеюсь, нас рано или поздно не забанят. В какой серии? На Ютубе. Сейчас новый подписчик, пацаны, будет. Так. Поворотник включаем. И поворачиваем. Блин, амплитуда поворота действительно большая. Вот. Неудобно на нем поворачиваться, на этом автобусе. Но он такой нормальный. Как канал называется? Блин, ну вот он спросил... Я думаю, это не будет пиаром. Нет, напишем, прочитай мое имя. Прочитай мое имя. Надеюсь, он найдет, пацаны. Если он найдет, хоть как-то попытается найти. Вот, значит, да. Я написал там Matrix Radmir RP, и вроде как мой видосик высвечивается. Так, 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 так. Ну, вроде понятно, типа, прочитай мое имя, это не пиар, так и называется. Плюсик. Так, плюсик, плюсик, все, поворачиваем направо. Я думаю, что мы закончим работу нашу где-то... Хотя, прямой эфир? Нет. Видео. Это, блин, наверное, я единственный ютубер, который отвечает прямо в серии. Вот, не знаю, кстати, кто будет смотреть эту серию. Что ты снимаешь? Как работаю водителем автобуса. Гаев Денис, блин. Еще новый один подписчик. Какая прибыль на работе автобусника? Да, стой. Так, ну ладно, постоим, спасибо. Давай. Удачи. Ищи меня. Жду. Так, все, мы довезли одного человека. 50 рублей. Пока, пока. Ой, КХМ. Ну, он, в принципе, он уже убежал. Так. Поворачиваем направо. И сейчас нам нужно, значит, выехать вот здесь вот, по идее, ехать
поводу этой вот тропинки. Так, Равшан. Евроремонт любых помещений. Прикольная реклама. Так, кстати, одного из тех, кто снимался в этом фильме, наша Раша, ограбили, вроде как, я видел там ролик, вот какие-то. Так, и даже смотрел ролик одного ютубера, он тоже снимал видео, вот. Так, давайте напишем. Езжай к АТП 1. Так, о, чувак на лампе проехал, нормально. Остановочка. Вот это какая-то база, что ли, не знаю, что это. Скорее всего, СТО какой-то частный, бизнес. Или не знаю, что это такое. Напишите в комментариях также. Итак, в общем-то, мы уже у штрафстоянки. Проехали мы достаточно уже нормально такое количество времени. Вот, и нормально, в общем, проехали вообще за сегодня. Так, ну, моя задача сейчас доехать до АТП-1, то есть сделать один круг, и посмотрим, сколько мы заработаем вообще. Ну, думаю, что 1000 или 2000 мы точно получим. Так, мы уже у села Бусаева. В общем-то, это тоже интересное такое место. Но здесь не так много игроков. Кстати, было бы круто, если бы Радмир сделал два основных города. Ну, например, Южный Арзамас. Вот, потому что, ну, действительно, игроки бы побольше сплочались. Вот, но не два, потому что здесь, смотри, сколько слотов, 1000. На Амазинге тоже, нет, на Амазинге 500. Играет там человек 300-200 в основном. Вот, поэтому так вот. Подъехал к городу Южному. Так, и уже мы должны заработать нормальное такое количество денег. Вот, скорее всего, мы вернемся в Арзамас. Не знаю, как все будет. Но, по идее, мы должны вернуться в Арзамас. Вот. Так, смотрите. Как я видел, Ковалевский показывал новый мост города Южного. Вот, и по идее, это скоро будет доступно на серверах Радмир РП. Вот, естественно, я из первых уст это покажу. Надеюсь, что мой ролик взлетит хотя бы немножко среди игроков Радмира. Вот, будет реально классно. Пытаюсь над ним постараться, покажу вот весь этот мост. Вот как там, что происходит. Вот, возможно, что-то интересное вы извлечете. Вот, и вообще, как бы я такой, так скажем, независимый аналитик серверов. Ну, как всех, ладно, был красный, но я немножко проехал. Вообще независимый аналитик всех серверов КРМП, так скажем. Вот, и как бы мне не платят за ролики. Вот, я снимаю Амазинг, Радмир, мне вообще плевать, что снимать. Вот, и поэтому вот так вот я буду оценивать так, как есть. Так, ладно, сейчас пропустим этого чувака. Смотрите, впилился в этот столб, и у него хп снесло. Блин, бедный поцик. Ладно, желтенький, мы проехали на желтый, все в порядке. Сейчас главное, чтобы вот не взорвался этот чел, все. Рядом с нами. Так, теперь нужно проехать. Видите, тут кого-то посадили на 60 минут за то, что он проехал на красный. Поэтому нельзя нарушать правила дорожного движения. Вот кого-то даже за езду по полям тоже осадили. Блин, печально. Так, также используйте поворотники. Они будут показывать, как и куда вы поворачиваете. Вот. Ну и также вы не будете создавать опасных ситуаций. И это больше, так скажем, уровень РП поднимет. Так, вы будете РПшным игроком. Например, если администраторы будут видеть, что включили поворотник, там ремень накинули на себя, в общем-то, вы едете нормально, адекватно, то это действительно может повлиять на вашу репутацию на сервере. Вы потом сможете занять пост хелпера, лидера, и лучше всего, чтобы у вас вообще не было жалоб, вообще никаких там отрицательных таких моментов, потому что если у вас какие-то будут жалобы, естественно, администрация на все это наличие жалоб там и так далее плохого вас проверит, и будет очень неприятно, если вы будете в этом списке. Парни, садитесь, довезу вас куда угодно. Проехал поезд, пацаны. Как я понял, работа машиниста здесь очень такая нормальная. И, кстати, опускаются вот эти фиговины. Это шлагбаумы, чтобы никто не проехал, когда едет поезд, как ни странно. Вот, и как бы да. Так, ждем, пока появится зеленый, и отправимся теперь в Арзамас. Это уже будет у нас считаться как один круг, друзья.
как мне кажется, междугородний и более прибыльный маршрут, вот, потому что ты берешь сразу, то есть все маршруты всех городов, а вот в одном городе только один город задействуешь, и, как по мне, это, ну, не очень-то и круто, пацаны. Теперь, друзья, мы едем задним маршрутом, то есть через Южный мы отправляемся в город Пусаево снова, и потом через Лыткарино мне ответили, так, с любого, это хороший ответ, в принципе, да, поставим десятку ему. И теперь мы едем в Пусаево, потом Лыткарино, и уже выезжаем значит, Лыткарино в город Арзамас. Вот таким вот образом. Опять же, блин, не хочется мне это все делать, но, в принципе, сейчас вот, когда еду, и сразу же покажу, сколько я заработаю. Указывайте всегда мой промокод при регистрации. Не промокод, а мой ник на Радмире, на маленький мой промокод. Он есть всегда в описании. Вообще вся нужная информация есть в описании. Вот, если вы хотите задать мне вопрос какой-то интересный ВКонтакте, то сначала поищите его на Ютубе. Вот, если вы не найдете здесь ответа, то ищите тогда уже ВКонтакте, так уж и быть. Вот, тем временем мы уже практически доехали до Арзамаса, то есть мы проехали один круг практически. Вот, мы возвращаемся обратно, то есть вот таким вот макаром поступаем. И на самом-то деле работать действительно сложно на втором уровне. Блин, ну она вообще везде сложная. Там на третьем уровне ее вообще нет работ. Вот уже с четвертого уровня там работы какие-то, по-моему, автомеханик, что-то такое. И это действительно уже прибыльная работа идет, там можно устанавливать какие-то детали игрокам и так далее. Напишите в комментариях, какая прибыльная работа уже на ваш счет, по вашему мнению. Будет интересно почитать. Подъезжаем в город Эдово, опять-таки едем обратно. Не знаю, зачем сюда нам сюда, зачем нас вообще сюда отправили, в этот город. Опять-таки обратно, я без понятия. Тут у нас какие-то сходки происходят опять. Вот, и я получил еще плюс 2 XP. Так как сегодня X2 день, у нас X2 опыт, вот. То есть за один час ты получаешь плюс 2 XP, экспириенса в переводе. Так, самое главное не задавить вот этих вот людей, которые бегают, потому что они, блин, так и хотят прыгнуть тебе под колеса. Всегда причем. Так, 4 из 6 XP-шек, нормально. Так, садись в автобус. Интересно, он сядет? Нет, он не хочет. Он пытается побить мой автобус, но... А ты меня слышишь? Слышно меня? Да-да-да. А там у этого автобуса только два места. Водительское и пассажирское, вот на котором я сижу. В нем больше нет мест. Блин, печально. Ну да, вот именно. Я тоже работал на нем. Но я всегда работал... Ну, на нем пару раз, пару маршрутов съездил. Я больше на городском этом езжу. Вот сколько у тебя зарплата? Я не знаю, я вот сейчас хочу узнать, сколько получу за один круг. Сколько вообще можно заработать на работе водителем автобуса? А ты не туда поехал уже? Нет, это один круг, это нас обратно уже отправляют. А, да? Ну тогда можно я выйду? Блин, ну выбегай. Ну ладно. А ты чё, блогер? Ну да. А какой, скажи, какой канал? Ну прочти мое имя. А, ладно. Посмотрю. Я делаю, как, типа, сколько можешь заработать на водителя автобуса, понял? Я вроде что-то видел там такое. Ну ладно, давай. Угу. Это будущий наш подписчик, пацаны. Если ты смотришь этот ролик, напиши в комментарии. Будет очень интересно почитать, что ты напишешь. Блин, реально. Если бы я увидел себя в серии, я бы офигел. Так. Ну вообще, у блогера, если бы я увидел, было бы жестко. Я много раз, кстати, попадал, но я уже забыл, блин, куда я только не попадал, какие серии вообще, жесть. Итак, мы въехали в город Арзамас. В общем-то, это, считай, наш круг. Я обязательно напишу при монтаже, сколько я затратил времени на
проезд одного круга, вот показываем поворотник и пропускаем вот этого человека. Так, в общем, все. Как вы можете заметить, все практически стоят на светофорах. Это действительно прикольно, потому что онлайн здесь 835 человек. Достичь такого онлайна без нон-РПшников очень тяжело, я вам хочу сказать. Итак, мы подъезжаем и, считай, мы проехали уже один круг. Да, водитель автобуса плюс один вот нам написала, что один круг мы проехали. Что ж, давайте сейчас заберем этот чекпоинт и уже будет считаться, что это действительно плюс один круг, по идее. Так, ну-ка, ждем, пока появится чекпоинт. Да, все, один круг мы проехали. И теперь давайте возвратимся на АТП-1, на базу автобусов. Где, в общем-то, автобусы забирать, блин, эти бомжи. Они так и хотят, чтобы ты их затавил постоянно. Вот, это печально, хочу сказать. Вот. Так, нужно как... Ой, фух, я никого не сбил вроде. Так, возвращаемся на базу организации... Ой, базу с автобусами. Посмотрим, сколько мы заработаем. И заодно сейчас заберем наш автомобиль. Надеюсь, что он не зареспавнился. Ничего с ним не произошло такого печального. Так, обязательно показываем поворотник, что мы поворачиваем. И поворачиваем так. Очень сложно на нем поворачивать, в общем, и обязательно на монтаже покажу, сколько я заработал вообще, вот за определенное время я посмотрю, когда я начал, в какое время, и когда закончил. Это мне даже самому вот стало интересно, поэтому обязательно напишу, в общем, уже 21.00, вот, и я начал, по-моему, в 20.40 вроде, 20.50 чем-то, что-то такое. Ладно, все, нажимаем двоечку. Ты уверен, что хотите завершить рабочий день? Да. Мы заработали 7436 рублей. Это очень жестко. То есть за один круг вы заработаете 7436 рублей. И за ремонт автобуса у меня забрали 81 рубль. Это при условии, что я старался легко не врезаться. Ну, мне пофиг на самом деле было на автобус. Я вообще не знал, что там будет за ремонт автобуса забирать деньги. Вот. И также было куплено билетов на 100 рублей. Естественно, понятное дело, что мне в Payday вот эти деньги дадут, которые я сейчас заработал. Вот, и поэтому такие вот дела. Друзья, обязательно указывайте мой ник при регистрации. Вот, я буду здесь играть. Если тебе понравилась серия, поставь лайк, подпишись на канал. Что ж, ну на этом все. Всем удачи, всем пока.